Дело в бочке. В США женщина залила гостей бара пивом. Дама приготовилась отдохнуть в компании друзей и решила сама открыть бочонок молотком. Но тут надо смотреть. Сейчас будет первая попытка. Действительно, очень много людей собралось, снимают ее на видео. Итак, несколько ударов, и вот орудие отскочило, отлетело в сторону, но толпа подбадривала женщину. И американка, вот, да, решает все-таки совершить вторую попытку, смотрите, и заколачивает обратно. Она ударила с такой силой, что вместо ожидаемой пивной струечки такой, вы видели, хлынул целый водопад. Ну, алкоголь залил саму женщину, пол, часть посетителей бара. Ну что ж, давайте еще раз. Вот она, решительная дама, и вот это фейерверк. Действительно. Ну, смотрите, где-то две секундочки примерно всех окатило пивом, и после этого она пытается как-то ошибку вот эту вот загладить, свою вину, и тут же бочку закрывает. Вот, вот она, вторая попытка. Но никто, вы слышите, да, никто не обиделся. Смеется толпа того, что так получилось. Но на самом деле, вот те, кто находится сейчас здесь на видео, они рассказывали, что, ну, действительно, почему бы и нет, изъявило желание мы, и никто же не ожидал такого исхода, поэтому мы ее и подбадривали. Спасибо, давайте скажем этой женщине за то, что она сегодня заставляет нас с вами улыбаться.